Непослушный непоседа. Так прозвали новорожденного верблюжонка зоологи ростовского зоопарка. Малышу всего месяц, а он уже тщательно обследовал каждый уголок своего небольшого жилища. По уже сложившейся традиции, всех новорожденных в один год называют на одну и ту же букву. Верблюжонку дали имя Шакито. Дети животных совершенно не отличаются от обычных человеческих детей. Им нравится бегать, прыгать, они сами себе придумают развлечения и игры. Он может, допустим, очень сильно приставать к маме, она может его немножко даже наказать. На маму малыш не обижается, а вот отца по имени Мартин побаивается. За своим семейством глава присматривает из-за забора. По правилам, пока малыш не подрастет, в загон самца пускать нельзя. Другие традиции в вольере коз и баранов. У них на новорожденных пришли посмотреть всем стадом. Козы, в отличие от оленей, они не агрессивны. Даже никогда не устраивают ритуальных боев. Поэтому новорожденные дети первые там несколько часов к ним козы проявляли и бараны интерес. Потом они стали совершенно им неинтересны. Все. Двое козлят, мальчик и девочка, появились на свет на прошлой неделе и уже прогуливаются вместе со всей стаей. Правда, равенство они еще не заслужили, а потому приходится трапезничать по закону джунглей. Что осталось? Вот с этим нет. Здесь такого, как у людей, нет. Наоборот. Наоборот, их отгоняют, и поэтому наши детишки, им достается то, что останется. Пугливые в дикой природе маралы – это семейство оленей. В зоопарке очень дружелюбные и любознательные. В Ростов они прибыли из заповедника по обмену. Быстро освоились и привыкли. Наши олени ручные, потому что они искусственники. Их люди искусственно выкормили. Поэтому они не боятся людей, мы спокойно к ним заходим, они кушают с рук. В природе олень очень пуглив, к ним невозможно подойти на близкое расстояние. У них замечательный слух, у них прекрасное обоняние, и поэтому вы не подойдете к ним близко. Приплода от новоселов в ближайшие 2 года местные зоологи не ждут. Оленята на человеческий манер пока детсадовцы, да и в своих симпатиях не определились. А для создания семьи вначале нужно понравиться друг другу. Анастасия Дементьева, Андрей Коробко. Главное – новости.